были вопросы по передаче заданий между дисциплинами. На самом деле здесь практически ничего не отличается от плоского проектирования. Очень сильно отличается выдача заданий на отверстие архитекторам, потому что нету никаких плоских и бумажных заданий. Все элементы отверстий расставляются инженерами по своим системам. Они расставляются автоматически на местах пересечения любых заданных конструкций. И, ну, вот в данном варианте. Да, вот эти вот отверстия, они автоматически расставляются здесь, потом вручную немножко корректируются. И после через плагин, написанный нами уже, есть подобные плагины в общем доступе, у нас много своих разработанных плагинов. Все эти отверстия автоматически переносятся в архитектуру, вырезают отверстия в бетоне, там, в кладках, там где-то необходимо, для специфицирования уже и получения их в ведомостях архитектуры. Есть ли аналог слоев в AutoCAD, чтобы разнести, например, кабельные линии на рабочие и аварийные? В Revit есть такой инструмент, как рабочие наборы. Это вот, если укрупненно сказать, то аналог слоев в AutoCAD, на котором мы разделяем там, освещение, аварийные, рабочие, силовые линии и так далее. И это помогает контролировать.